Кажется, сегодня отличный день, чтобы посмотреть Палич. Это небольшой поселок. В 10, наверное, километрах от Субботицы. Это относительно недалеко здесь. Удобная дорога для машин и велосипедов, и электро всяких штук. Многие русские выбирают Палич, им очень нравится. Я иду на остановку. Сегодня я собирался съездить. А, сейчас посмотрю. С моим субботичным знакомым Андреем. Так, что он? А, ну да, ну вот он слился. Это, в общем, копия меня с небольшими изменениями. Автобусы ходят примерно раз в 30 минут. Мне нужен 6-й автобус. Так, это 16-й. У меня есть 1000 динар, которые мне надо разменять. Птицы щебечут. Солнышко. Блин, Андрей, ты походу проспал классную тусу. Сегодня я тестирую 4К, цвет лок, как-то так называется, и ND-фильтр. А, ну и стандартные настройки своей камеры DJI Action 4. Это полицейские участки, где я делаю белый картон. После визорана нужно в течение суток прийти в полицию и сказать, что пересек границу. Нужно подписать специальные бумажки, белые картоны, вместе с арендодателем, у кого ты снимаешь хату. И следующие 30 дней можешь пребывать в Сербии. Я решил пройтись до следующей остановки. Следующий автобус, написано, что через 10 минут. Ротографика. Это вот, видимо, такой рот печатающий. Похоже, я в центре. Слева железная дорога. Скорее всего, железная станция. Я здесь однажды проезжал. Справа будет от меня парк с каким-то водоемом. Пройду сейчас по городу. Там вот до конца улицы. Налево сделаю круг и пойду к речке или к озеру. Кажется, здесь вот в центре просто все такие главные магазинчики. Театр драмы. Это какой-нибудь музей. Это похоже на кинотеатр, но, наверное, это продуктовый. И вот такие вот маленькие домики. Ставки на спорт. А, это, возможно, почта. Такая красивая. Зеленая пьяца. Это, скорее всего, рынок. А, вот станция. Между прочим, подземный переход. Это магазин с дровами. Красивый. Ощущение, как в пионерском лагере. А вот кто-то совсем отказался от забора. Так классно. Это бамбук, если что. Офигеть, какой он прикольный. Я первый раз вижу бамбук. Красота.
Отопление здесь везде деревянное. Тут так же пустынно, как в Хоргаше, но везде слышно птицы, козочки, много собак. И нет такого чувства одиночества, как в Хоргаше. Кстати, в Паличе можно легко перемещаться на лонгборде. Дороги классные. Лучше, чем в Воронеже. Но вот реально, такой клевый асфальт встречается только в парке. Какой-то парк, я уже забыл, Олимпийский. До него ехать 4 километра. А здесь просто везде такой ровный асфальт. В Бресте тоже ничего подобного нет. В таких количествах. Здесь кошкин дом. А где там козочки? Какой-то станок стоит сверлильный. Иду к озеру. Город я более-менее посмотрел. Купил пиццу в пекарне. Йогурт. И сейчас где-нибудь на берегу я поем. Это уже, я так понимаю, такая туристическая часть. Там я вижу воду. Что-то очень красивое. А это вот кинотеатр. Там вот на фотке очень мало мест. Давно не видел воды. В Субботице, кстати, вообще нет никаких водоемов. Весь народ тусуется тут. Там вот народ. Там какая-то круглая башня. Вооруженные силы России. Вооруженные силы России. Вооруженные силы России. Вооруженные силы Российской, вооруженные силы Российской Федерации, подразделения российских вооруженных, вооруженные силы Российской Федерации, вооруженные силы Российской, вооруженные силы России, вооруженные силы России. Париж. Я люблю Париж. Да, людей тут, конечно, не хватает. Длиннющие, пустые дороги. Уезжаю из Палича с остановки зоопарка. В самом городе особо смотреть нечего. На эту красивую набережную можно иногда приезжать раз в полгода. Время 5 вечера. И к этому времени народ уже разошелся по домам. Пахнет горелым деревом. И поначалу вроде как это может быть неплохо, но минут через 30 у меня уже начала болеть голова. Так, шоколадка Стор Динар. Я не говорю, что вот это топ. Это вот Яник. Это топ. Все-таки шоколадки. Почему ты перекладываешь черный в млечный? Потому что оно сломано, я тебе целый. Ну вот смотри, вот, да, но ты сейчас. Я тебе целый просто доставал. Это, конечно, хорошо. Самое популярное пиво в Сербии. Олень. Я его, кстати, пробовал. Прикольно. Ну его вообще все пьют. 184 рубля за 0,5. Так, это полезный хлеб. Я взял норвежский со скидкой за 140 рублей всего. Так, вот такой тоже со скидкой. Тут мигает. О, какой красивый. За 150.
Сигаретки. Бестселлер. Убийство у Флит Хауса. Кросс Лакост за 17 000. Новинка. И за 15. Карл Лагерфельд 26. Ну, кстати, выглядит классно. Ральф Лорен за 16 000. Белая.